Здравствуйте, приветствую вас на канале Креслбук. Сегодня мы расскажем про автокресло от компании Brevi, итальянского бренда. Моделька называется Exio. Рассчитано оно для детей от 9 кг до 18, то есть примерно от 8-9 месяцев, то есть как ребенок присаживается, и до 3-4 лет. Модель идет с двойной системой крепления, то есть фиксировать его можно как на EasyFix, так и, соответственно, на штатный ремень. Здесь есть такие специальные зажимы, которые фиксируют ремешок. То есть, вот, видите, металлический. На ремень он фиксируется также очень хорошо. Чтобы установить кресло, то есть EasyFix у нас изначально выдвинут, достаточно пристегнуть раз, два. Теперь по бокам у нас есть два рычага, то есть мы их нажимаем и вплотную пододвигаем к спинке сиденья. Помимо системы EasyFix у кресла также есть третья точка опоры, это специальный упор в пол. То есть якорная система здесь не используется, здесь идет именно упор. Опять же, чтобы отстегнуть автокресло, здесь оно отстегивается маленько нестандартно. То есть кнопок на самом EasyFix никаких нету, то есть вы его здесь не отстегнете. Кнопка находится посередине, то есть нажимаем, раз, и кресло у нас легко отстегивается. То есть на самом деле очень удобная система крепления. Наклон у нас здесь независимо от спинки автомобиля. Регулируется он в трех положениях, максимальный угол наклона 45 градусов. Кресло в принципе достаточно мягкое, то есть даже очень мягкое, я бы сказал. Если с вкладышем, так вообще супер мягкое. Полностью перфорированное, то есть и подголовник, и все чехлы, вкладыши, они полностью вентилируемые, то есть кресло будет максимально комфортное, дышащее. По ремням. Ну, ремни здесь я не скажу, что они прям длинные, но в принципе их, я думаю, будет более чем достаточно. Так как кресло европейское, у них ремешки, к сожалению, они коротковаты. В дальнейшем у нас есть здесь подголовник, то есть такой мягкий неопреновый подголовник, такого плана амортизирующий. Подголовник регулируется в задней части, то есть вот здесь есть такой рычаг. Если мы его отгибаем, мы уже непосредственно регулируем по мере роста. Максимальный рост 105 сантиметров. Очень широкая, массивная боковая защита. Также нижние боковины у него очень глубокие. Вот здесь, кстати, дополнительные подушки опять. Тазобедренная, скажем так, где тазобедренная кость ребенка находится, сустав. Материал весь снимается, стирается, то есть без проблем. Можете снять, постирать. Кресло имеет стандарт ECR4404, ну и плюс также прошло независимый тест. Оценка, в принципе, неплохая, также можно будет все посмотреть в таблице ADAC. За свои деньги вариант очень даже неплохой. То есть, если вы рассматриваете кресло там до 4 лет, да, грубо говоря, от года, данную модельку мы также рекомендовали бы рассмотреть. По фиксации на ремень, в принципе, все очень просто, стандартно. Продевается под базой, опять же, зажимается в зажим. Все указано вот здесь у нас. Зацепили. Указано с правой и с левой стороны автокресла. Когда подголовник максимально поднят, опять же, ремешки, они маленько удлиняются. Но вот единственный момент, наверное, этого кресла, нюанс, это достаточно короткие ремни, я бы так сказал, да. Ну и плюс в накладках здесь идут такие неопреновые вставки, тоже снижающие нагрузку. Находимся мы в городе Красноярск. По городу действует бесплатная доставка. По России отправляем любой удобной для вас транспортной компании. Также есть филиал в городе Абакан.